в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-буги, ура! Если на календаре осень, но вы улыбаетесь и тело просится танцевать, значит, прямо сейчас вы смотрите итоговый репортаж о юбилейном 5-м сезоне проекта «Уроки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-буги». Невероятная атмосфера, прекрасная организация каждый год. С удовольствием приезжаем, танцуем, зажигаем и дети, и взрослые. Буги-буги и рок-н-ролл в парках – отличное мероприятие. Мы очень любим местных участников наших мастер-классов. Здесь в основном дети, но они очень активные и очень талантливые. С 26 мая по 31 августа 2019 года Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла с размахом провела ежегодный проект, участниками которого стали жители и гости 11 городов России: Химки, Долгопрудный, Шахты, Аксай, Казань, Самара, Краснодар, Сочи, Обнинск, Нижний Новгород и Москва собрали на танцевальных площадках почти 7 тысяч человек. Я очень рада приветствовать вас на нашем таком глобальном всероссийском проекте. И очень здорово, что в нашем городе, в Сочи, впервые проходит это мероприятие. Люди приходят, людям нравится, люди идут посмотреть, бабушки, дедушки, дяди, тети после работы. Дети, которые приходят, они смотрят на это. Да, конечно, это сначала тяжело, но они приходят, они смотрят, они это видят, что мы тоже так хотим. Все, и они идут и записываются в клубы, у нас масса клубов. В общем, это работает, тут, как говорится, это здорово. 12 парков в 8 субъектах Российской Федерации этим летом были наполнены позитивом и двигались под зажигательные музыкальные ритмы. Все потому, что каждую неделю там проходили бесплатные занятия для детей и взрослых. 364 часа. Столько профессиональные тренеры обучали всех желающих азам акробатического рок-н-ролла и буги-буги. Мы подготавливаемся к каждому уроку индивидуально, чтобы городу, участникам, жителям было всегда интересно приходить к нам, участвовать во всех наших мастер-классах и уроках. Это очень важный проект, потому что он рассказывает о танце, да, рассказывает, что этим можно заниматься, и любой, абсолютно любой желающий может прийти и бесплатно попробовать потанцевать и дальше уже продолжить этим заниматься. Или для удовольствия, или уже для построения спортивной карьеры. Это отличная идея, отличное времяпровождение. И когда туда заходишь, ты там, буквально за несколько месяцев обретаешь там 100-200 новых человек, друзей. И это вообще отличная вещь. И здорово то, что новички вместе с профессионалами вместе танцуют. Например, я имею честь танцевать вместе с чемпионами мира, то есть в одной группе. И для меня это, с одной стороны, честь, с другой стороны, это очень клево, то, что мы все так друг друга знаем, обнимаемся, общаемся. Вот. И когда такое отношение, конечно, хочется дальше развиваться, нет предела совершенства ни для профессионалов, ни для начинающих, ни для продолжающих танцоров. Во всех парках также были проведены красочные церемонии открытия, презентации проекта. Именитые спортсмены и музыкальные коллективы готовили яркие показательные выступления. А в каждом из мероприятий приняли участие более 5000 зрителей. Организаторы стали уже опытнее. В этом году большая, огромная сцена, более красочно. Уже мы подготовились к этому событию. Событие прошло на ура. Культура настоящая рок-н-ролльная, что она пронизывает общество и что она интересна любому человеку, в каком возрасте он ни находился. Каждого человека ты получаешь бурю эмоций. Он тебе отдает свои желания, да, танцевать. И поэтому это, мне кажется, так прям заряжает. Приносит какое-то второе дыхание в жизни. Я люблю танцы, поэтому, наверное, остановилась. Гости, которые каждый год принимают участие в уроках в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, отметили, что уровень качества организации серьезно растет. Кроме инструкторов по направлениям, юных и взрослых участников праздника ждали обаятельные ведущие, а также любимый многими плюшевый талисман Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла «Доверяйка». Мне нравится быть участником этого большого движения. Все вокруг радостные, получаем огромное удовольствие от всего происходящего.
Проект «Уроки в парках» по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги в 2019 году доказал, что веселые занятия на свежем воздухе действительно позволяют привлечь в школы большое количество занимающихся. Уже в сентябре в спортивные секции по акробатическому рок-н-роллу записалось около 200 человек. И что-то подсказывает, это далеко не финальная цифра. Потому что это весело, потому что это прыжки, потому что это музыка веселая. Ну, это хороший танец, который дарит позитивный заряд энергии, вообще позитивное отношение к жизни правильное, которое должно быть у современного человека. Это весело. Раз. Это спортивно. Два. Фигура. И три. Это полезно.